Филичита. Валентина, Наталья и Мария занимаются вокалом в детской школе искусств классика уже несколько лет. Репертуар у них обширный, но для выступления на гала-концерте открытого фестиваля конкурса «Одаренные дети Подмосковья» выбрали народную лирическую песню. Исполняли мы «Русское поле» и считаем, что эта песня очень ярко показывает именно образ России и всего, что с ней связано. Она очень душевная, нам она очень нравится, нам нравится исполнять. И вообще сам концерт, он очень душевный, здесь зал хороший, очень много людей вмещает. Всех пригласить можно. На концерте в уютном ДК «Солнечный» свои номера представили вокалисты, хоры, индивидуальные исполнители и ансамбли. Со сцены звучали звуки гитары, фортепиано, баяна, балалайки и других инструментов. А воспитанница Одинцовской детской музыкальной школы Ярослава Белоусова сыграла произведение Иоганна Баха на вибрафоне. Фестиваль уже более 20 лет объединяет талантливых воспитанников музыкальных образовательных учреждений. А в этом году география конкурса существенно расширилась. В нем приняли участие ребята из Сергиева Посада, Балашихи, Красногорска и других округов Подмосковья. Также много юных дарований было из Москвы. Это говорит о высоком уровне конкурсантов, о высокой квалификации жюри. Если наши ближайшие соседи направляют своих участников для того, чтобы оценить уровень своего мастерства к нам в нашу территорию, в Одинцовский городской округ, это говорит о том, что наша система дополнительного образования очень сильно и перспективно развивается и задает тон ближайшим территориям. В этом году в конкурсе приняли участие около 1500 одаренных детей, из которых более 500 лауреатов. Лучших в 11 номинациях отбирала комиссия компетентного жюри. Год от года конкуренция возрастает, но вместе с тем растет и профессионализм музыкантов. Я вижу, как растет уровень детей, тех, которые в прошлом году могли занимать вторые и третьи места, в этом году уже понимают уровень и подтянулись. И это тоже для них стимул побольше поработать. И в этом году, я смотрю, они занимают уже первые места. Полина Толмачева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».